Земельные спречки, просьбы об усталевании додатковых дорожных знаков и пропанова об створении вытворчести по выпуску автомобилей. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня прием громадян у Речицы. Олег Сенцеров с подробностями. Прием громадян у Речицком райвыконкаме протягивался 2 часа. За этот час со своими проблемами и пропановами до помощника президента Республики Беларусь по Гомельской области пришли 10 человек. Еще 9 потелефоновали на горячую линию, которую Юрий Шулейко провел перед приемом. Прямые телефонные линии для Юрия Шулейки – звичайная практика. Не каждый может трапить на особистый прием. Некому далеко и незручно ехать, некому не дозволяет стан здоровья. Звернуться с просьбой по телефоне соправды больше просто. Правда, на этот раз только отказами на питание справа не обмежевалася. До помощника президента по телефоне звернулся инвалид первой группы, ветеран Великой Отчины Сергей Рымша. На жаль, местовая влада об его проблемах не ведала. Ветеранов, количество ветеранов и сколько их осталось, должны знать по имени, отчеству, дату рождения и его проблемы. Каждый день и носить это в душе. В том числе, конечно, работники Речицкого райисполкома. Питание, за какими люди пришли на прием до помощника президента Юрия Шулейки, одной тематикой не обмежевались. Тут и просьба об усталевании дорожного знака, обмежевание хуткости и отмова от уплаты послуг за вывоз твердых бытовых отходов. Нелли Мельникова разом с мужем приехала с Гомельского района с просьбой об выделении участка для ведения приватной пособной господарки. Проблема в том, что на эту землю у весы претендуют еще некий человек. Вы хотите обрабатывать землю? Будет это у вас земля. Вот и все. Но именно тот участок мы разберемся изначально, чтобы вы не обижаетесь. Да? Кто претендует, с какой целью, почему этот участок, все остальное. Кто первым приехал помощнику президента, это не ляжет в основу. Там будет четкая справедливость и будет по необходимости. Может, мы вам больше дадим сегодня еще земли, если она такая имеется. Бодай самая незвычайная пропанова, за которой до Юрия Шулейки звернулись у Речицы, открытие у городе вытворчести по сборце автомобилей ускомплектующих. Для того, как принять кончатковое решение, необходимо зарабить подлики, кольки таких автомобилей потребно для Беларуси, каким будет их кошт и как худко окупится вытворчесть. Что это сложно? Ничего сложного нет. Купил раму, кабину. Для начала. Мотор, мосты, коробка. Вот вам и машина. Это несложно. Шерох решений принимается непосредственно по час приему. Некоторые звороты берутся на контроль отповедными службами. Для их пропрацовки необходимый час, а у некоторых выпадках еще и сроки. После завершения приема помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко подводит выники. Значных зауваг до местовых органов влады нема, але работникам райвыконкама есть над чем працевать. Надо жить вместе со своими жителями, с теми проблемами, которые могут возникнуть. Хотя они бывают и одноразовые, и они бывают и системные. ЖКХ – это всегда системный вопрос. Дороги – это всегда системный такой вопрос. Поэтому это не за год делается, это делается за периоды с определенными программами, с определенными вложениями капитальными для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, которая необходима в городе, в поселке и так далее. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» из Речицы.